Всем привет! Сегодня проверим гнезда наших попугаев. Ну, кто смотрит, видели, у меня с первого выводка там несколько, 2-3 птенца вышли с этим, без перьев. Французская линька была, я их обработал, я все обработал. И птенцов, и яйца, и попугаев, и скворечники, и вот этим дельцит, это он. От клеща. Для наружного применения. Наверное, ну да, мне сказали от клеща. Ну посмотрим сейчас, возьмемте, что у нас. Что происходит. Я, честно слово, я давно не лазил в эти гнезда. Сейчас посмотрим. Времени даже нету. У нас время уже 11 часов. Вон птенец сегодня вылетел у Кареллы. Родители, видите, пощипали. Ну он растет. Вот есть такие пары. Один щупчик торчит. Первым, как года два назад, вот эта пара, у этой пары 5 птенцов, они тоже общипали, по-моему, 2 птенцов. Мне очень многие советовали поменять самку. Наверное, у них, кстати, был тогда, по-моему, первый выводок. Вот они первый так сделали. Да-да, мне посоветовали поменять самку или самца, ну кто щипает. Ну этот, вы не торопитесь, когда вам дают сразу совет, потому что уже в последующей выводке идеальная пара дает очень много птенцов и всегда... Никогда больше не щипали. Шикарных, ни одного перышка. Это вот первый выводок, они что-то... Возможно, это тоже первый выводок, совсем молодая пара. Ну, год с чем-то эта пара, сейчас на яйцах сидит. А. Это будет самочка вроде бы. Ну, похоже на самочку, по крайней мере, по голове. Природник, ну, красивый окрас. Сейчас Карел этих соберу я. Эти я не знаю. Эти вот последние 5 яиц, они не... Ну, сидели, все, и то, что они были сильно испачканы, видимо, это, ну, никто не вылупился, поэтому, когда яйца грязные, это, птенцы просто там от грязи этой, это что-то. Ну, яйца же не дышат, да? Да, яйцо не дышит, нету, хотя уже в гнезде самочка сидит. Пока. Кстати, уже у них брачные игры опять происходят. Я слышал, самец поет ей. Когда самец поет, значит уже он по ней на нее залазит. Так, неразлучников надо посмотреть тоже. Непонятно, что с ними творится. Ну вот они попугаи, я их недавно вот покормил. Яйцо пророчника. Сейчас каши не варю, некогда. И яйцо. Яиц сколько? 6 утром, яиц 6 вечером. Птицефабрика сейчас на попугаях работает. Наша. Птенца уже забрали. Ну, короче, забирать. Я даже объявление не даю. Вот вылетают, забирать, вылетают, забирать. А, нет, самочка. Ну, поехали. Уже 6-го гнезда. Уже птенцы, наверное, все. Раз, два. 3, 4, 5. Ну вот самого крупного возьмем. Надо пока оперение, да. Ну, говно это, полет сухой, нормально. Пока все нормально. Птенцы живые, сейчас будем смотреть это. Ну, оперение, перья. Последний. Если сейчас будет это такая же фигня у птенцов, значит, мы покупали с тобой попугаев осенью, самцов я набирал в зоомагазине, которых с юга привезли. И там они по дешевке берут, по 50 рублей, привозят, едешь, смотришь там, более-менее таких. Завез я, если это сейчас будет, занес я оттуда птицы. Потому что никогда в жизни такого не было, я даже не видел. Это болезнь, а она вот у меня появилась. Нет, нормально, оперяется нормально, все, он пухленький, перья идут нормально. Один, кстати, только яйцо, что-то у нее много было яиц, я помню, в этом месте. Ну, я, значит, давно смотрел, а плод не оплод выкидывал. Надо то яйцо тоже выкинуть.
Здесь малыши еще. Еще пуху. Еще перья, да. Надо такие сейчас смотреть большие. Это вообще маленькие. Здесь тоже малыши, куча целая. Раз, два, три, четыре, пять. Вот опять шесть пенцов. Ладно, сейчас на них время тратить будем. Сейчас две большие, их будем осматривать. Там яйца. Там три яйца, но... И те, у которых перья опали вот с того, что вот самка еще сдохла у них. Ну, с этой стороны были. И тоже мелкие, синие пока здесь раз, два, три, шесть штук, пять. По мелким-то не видно. Яйца. Семь яиц. Походи. Ну давай, отойди. Нормально, тоже. Пока ничего такого нету. Все нормально. Ну видите, птенцы живые. Вот птенцы, яйца там. Я даже на птенцов брызгал. Поэтому пару комментариев было. Зачем брызгаешь, зачем это. Ну, я не собираюсь слушать всех подряд. У меня есть свое мнение. Что мне делать и как? На яйцах, наверное, раз такая чуть. Да, на яйцах. Как говорится, не говорите мне, что делать, я не скажу вам, куда вам идти. Поэтому... Советы, конечно, очень нужны иногда, но... Я иду своей дорогой. Своей дорогой, большой птенец. Ну-ка, давайте смотреть. Ну, какие красивые перья у него. Цвет, да, красивый? Цвет необычный, но пепельный какой-то, такой испачканный. Так, вроде чисто. О, вон, смотрите, какой птенец. Ого. Нет, это нормально. Что-то не... Ну, это... Вот этот птенец уже он ненормальный. Слабый, с него толку не будет. Вот смотрите какой. Это вообще... Ну это брак. Они не выживут, эти два птенца. Слабые. Почему не знаю? Так, давай, выходи. Ну здесь малыши, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Ну все нормально, это все здоровые, все такие. Мощный Вася. У нас жара стоит, ого, блин, капец. 30 с чем-то, это вообще такая... 33-34. Сейчас вот здесь это хорошо, прохладненько. Ну-ка, уйди-ка. Маленький, там какой-то. Маленький, ладно, все там. Смотри, смотри. Давай, ну-ка, двигайся. Вот в этой, вот здесь, или здесь, или здесь. Интересный цвет, что-то я даже не знал, ага. Что такая самка есть. Ну, я даже сейчас его не видела. Интересно, ребята. Я даже не знал, что он есть. Здесь беленькая на яйцах сидит. Ладно, вот эти сейчас гнезда проверим и посмотрим. Пока тут все нормально. Ой, скандалы никакие, он там орут. До сих пор успокоился. До сих пор,
мощные власти. О, вот они. Здесь же, да? Тут? О, смотрите, что творится. О. Смотрите, какой здоровый пенёк. У него... Да не кусайся. У него вообще перьев нету. Вот это пингвин настоящий. Все-таки это клещ, видимо. О. Это вообще, блядь, вот эта зараза, вот видите, занеслась вот эта зараза, а, смотри, да, вот он, короткий, нет, видите. Знаешь, что она есть. Яйца. Вот так. Да, вот смотрите, то же самое. Пенец огромный, а перьев нету. Забыто. Вот нормальный. Вот полноценный пенец. Самочка. Ну это видите, вот в одном гнезде, но полноценная. Вот так. Значит, вот здесь этого клеща не видно, его нету, его хоть как смотри, хоть под лупой, хоть чем. Он, я не знаю, он под кожей или где. Может, вот этот гнезду. Завтра я поеду где-то в аптеку, не знаю, что-нибудь возьму. Вот эти гнезда, завтра будет время, все, пискунов вытащу. Наверное, я их опалю горелкой, прям все сожгу нахрен там. Птенцов обработаю чем-нибудь. Вермек, не знаю, вермек не преимущественно, блин. Его на охотку капают. Не знаю, что он будет, но... Это все ничего нет. Полноценный птенец тоже все время он есть. Ну, маленький. Еще просто маленький, возраст маленький, да? Ну да, ну да, маленький, пока рано что-то говорить. Смотри, венец огромный, ни одного перышка нету. Тут нормально, вроде бы. Вот видите, непонятно, в одном гнезде есть нормальный, есть... Ну это, видите, перо какое. Короче, завтра эти гнезда надо срочно... Да вообще все гнезда надо, все обрабатывать. Тоже, видите, перо какое-то непонятное. Стриженное. Как будто вот мокрый он. Ну вот, все равно видели, да, два птенца таких. Вообще даже вообще без перьев. Это что-то. Короче. Это. Клещ. Сто пудово, это уже зараза. Фу, лишь бы она дальше на корел, но корел к этой фигне, по-моему, не болеет, ну не знаю. Все, завтра вот эти все, давай еще раз посмотрим, а. Эти все домики, я горелки, все прожгу. Вот, и видите, да. Хвоста даже не понял. Вообще, смотрите, вообще, голова вот, вся в перьях. Здесь оба, вот. Ну ладно. Получилось. Что теперь? Ну занес. Что теперь? Все. Надо что-то делать. И здесь вот. Вот интересно, да, вот полноценный. Ну ладно, я за ним понаблюдаю, он вылетит. Он прям, у него оперение идеальное. А второй. Второй. Все, видите, это брак. Хотя упитанный, все, птенец прям. Вообще. Ладно.
Ну, будем бороться. Все равно у всех вылечим будут хорошие. Я вообще вот, блин, надо вот как-то сделать, чтобы к себе разводить птицу, чтобы ни одной птицы со стороны не заходило. Взять хорошие. Вот все надо, равно надо. Или брать у кого-то. Надо у проверенных, что. А, так, в зоомагазине, блин, вот как? Как? Даже одного птенца, когда привезли, 10 штук или 11, я типа попугаев он там как раз на карантин выпускал, один птенец не полетел, с крыльями что-то. Я думал, бракован, у него как раз не было перьев, вот этих перьев не было. Торчали два пера. А когда брали, мы как не заметили? Я не знаю, как мы не заметили. Вроде это вообще. Ну там их было много. В этих клетках она небольшая. Вроде бы всегда попугаев, когда выбираете, вот заметили, если попугаи там сидят, продавщица подходит, по клетке побьет, попугай оживился, вы присмотритесь на птицу. Если птица сидит нахопленная, здесь даже такого нету. Ну, короче, печально, значит, эта птица все больная. Ну, а этого клеща, его даже не видно. Я всегда птицу, когда покупаю, любую, от попугая до амадили, там, до канарейки, я ее продуваю всегда. Всегда я ее продуваю. Если что-то есть под крыльями, вот здесь, где задница, обязательно вы увидите, если там есть какие-то паразиты, ну, которые видно глазу. Вот здесь уже вообще ничего не видно, вообще. Там даже не узнаешь, что там что-то есть. А видите, что делают? Именно та сторона нормальная, видите, вон. Я даже не знаю, что теперь. Вот это сейчас размножение закончится, где-то к августу месяцу. Вот это все гнезда, я все прожгу. Здесь я какое-нибудь термоядерное лекарство возьму, которое нельзя обрабатывать птицу. Я вот это все обработаю, все обшпарю. Всю птицу уберу. И, да, уже будет мощно, побелю все обязательно. И снизу, те, которые сейчас отдыхают, снизу поднимем сюда, и они будут размножаться. Эти пойдут вниз, они будут до весны отдыхать. Ну, прежде чем, не знаю даже, блядь, я бы вообще сжег бы вот это все дерево, вот эти все домики. Но это столько делать их потом. Ну, вообще, вот это же уже не сожгешь, вот это дерево. Его надо капитально чем-то солярой или чем промыть, пробрызгать, чтобы не было. Ладно, вот такая ситуация. Поэтому, ну, все как оно есть, все показано, все расскажем, да, как-то так, ну, не, мы ничего, мы победим это все. Мы чё, не отчаиваемся. Да, что странно, в одном гнезде есть нормальные птенцы и есть больные, вот непонятно тоже, почему, если вот больное, ну, пускай тогда все больное, а нет, видите, не знаю. И больших попугаев этот клещ, видимо, не трогает. Видимо, он на него не действует. Короче, ладно, разберемся. На днях я завтра поеду в аптеку, привезу, что-нибудь привезу, если найду. Если нет, я думаю, не будет. Я вермек наберу, термоядерную дозу сделаю и опять все опрыскаю. Ну, одно гнездо с пинцами вот с этими опрыскаю. Это уже будет подопытный материал. Все буду испытывать на вот этих двух пинцах, которые вот первые вот в одном гнезде. Если они выживают, ничего с ними не происходит, то обрабатываю всех остальных. Как-то так. Ну все. Всем спасибо за просмотр. На днях увидимся. Пока.